пути на маяк получил сообщение от полковника. На связь вышла некая Гюль и предложила провести нас в центр связи, если мы поможем ей отбиться от местных бандитов. Оставаться в стороне от местных конфликтов, похоже, не получится. Мы слишком близки к цели, чтобы упустить такой шанс. Придется выручать девицу в беде. Итак, добро пожаловать в игровую комнату, и мы продолжаем путешествовать по пустыне, черт побери. Пустыня классная. Так, ребята, мне пришлось тут немного проскочить момент. Сука! Парень, никаких матов в мою сторону. Пришлось тут один этот момент проскочить, а то виснет игра. И... по идее, я вот сейчас отключил тесселяцию. Походу, она очень сильно ломала это производительность. Так, я не понял. Тут что-то должно быть, мне показывает датчик. Или он врет? Ты что, прям под землей, что ли? Во, он мне прям тут... А, во-во. Браток, тут... вот ты где, блин, не под землей. Чтоб тебя, он тут занычковался. Блин, эксперт в маскировке. Чтоб вас всех. Потихоньку начинается учиться у тиктокеров, как правильно маскироваться и прятаться. Как вариант, тупо видеокарта не вывозит тесселяцию и все. Тут вариант был типа втихаря проникнуть без перестрелок якобы. Наверное, я предполагаю. Но это не точно. Так, там спуск есть вроде как. Опа, чирик. А это что такое? Какой-то бункер. Опа, здрасте. Или я еще успею тут перебазарить, облутать все. И мне надо именно сначала поговорить с Гюля. Гюля вроде она сказала. Сказали, ее вроде зовут Гюля. Но это не точно. Я могу и ошибаться. Да. Хоба. Здрасте. А у вас тут это... Вау-вау-вау! Зажигалка! Пошли в жопу, твари. Блин. Чёртовы мелкие тварюки. Ненавижу этих пауканов. Так, ага, типа запитать можно. Хорошо. Может, по заданию тут так и так надо сюда будет идти? Ну, у меня это скайримская, как она, не чуйка, вот это вот сюжет подождет. Сюжет подождет, можно... Не, ну тут ничего нет, не показывается, ничего нет. Хотя можно спуститься. Да не, ничего нет. Да. Чисто док какой-то или что-то в этом духе. Или просто ангар какой-то для... Так, это тут, я так думаю. Не? Так, я не понял, а
Хата как открывается? Алло. Алло, гараж, я для чего электричество вырубал? Какого хрена хата не открывается? Что за прикол? Видите, тут ничего не показывается. Так, экраны какие-то. И нифига. Может, по заданию надо будет потом сюда вломиться. Ладно, фиг с ним. Идем к этой гюльна. Она мне тут все... Как она растолкует, правильно или... Так, тут я залутал. Так, много братвы тут положил. Так, все. Все, ломимся к лифту. Типа их местный лифт. Аж сердце как стучит. Пробежал. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. О, можно отсюда понаблюдать. Так, вот туда надо, по идее, сюда надо будет сгонять. И музыку такую. Ты Артём, да? О, погодите. Проходи. Кто убил Мунайбай, мой друг? Кто убил Мунайбай, мой друга? Мунайбайлер, народ гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Опа. Какой-то ангар. Оп. 5 лет никто не приходил. Один Мунайбайлер. Гульнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше до войны центр связи был. Мама работала офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны. Искал следы мама. Следы мама. Этого 2013 свежие. Опа. Смотрите, что я там нашел. Какая-то там. Что-то нам обновилось. Да, вон тот вот место забито. Ага, хорошо. Если идти сейчас надо, пока новый Мунай собака не приехал. Мунай, мать вашу. Так, если надо, пользуйся, да? Да. Там всякие опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный, но у тебя выбор нет. Отходить сзади, хватать за задницу, умирать. Так, ладно. Вот, это тут, блин, классно обустроилось. Вообще супер огонь. Только поспать у нее тут нельзя. Не пустит поспать у себя в кроватке. Так, она... Опа. Даже не пошатнулось это. Так, надо починить, поотремонтировать.
Так, так. Фильтры есть. Патроны есть. В принципе, винтовка, можно немного это. Еще найду. Да и дробовик тоже что-то как-то. Я не знаю, блин, пистолет, у меня две винтовки. Дробовик неплох, неплох, как бы в упор. Я вот сейчас думаю. Ну, я и так поменять сейчас не могу, у меня тут нету. А патроны для дробовика я все равно собираю. Двадцать. Окей. Ну так вот под сотню сделаем. Так, чинить, ремонтировать не надо ничего. А, ну только шлемак можно почистить. В принципе, все готово. Надо будет, наверное, все же что-то поменять, либо пистолет, либо глухарь на дробовик. Готов? Нет? Скорее тогда. Торопись, да? Тороплюсь, да? Мазафака. Вот там еще что надо. Да, война красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в зверей превращал. Вот это у нее на лице слева. Звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. Нормальное ей лицо там. Старик умирал. Молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил... Он бог огня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался. Мама умирал. Гюль один оставался. А, спрыгнуть еще нельзя. Мне интересно, прицел можно поменять? У меня только ИК прицел есть. Да что в вас? Ай. Не очень хорош. Так, а вон оно. Как ломанулось-то. Пнуло чувака. Ну и чё, как он там, живой? Огонь? Вы поняли? Не огонь, а огонь. Прям огонь. Один я сюда ходил. Один знаю, как дверь открывать. Вниз не ходил, вниз пауки. Я понял. Ага, нам, чтобы, короче говоря, пройти, надо придется паукозавров там погонять. Видишь, проход здесь. Туда лез, потом я. Так я тут спускался, да? Да. Ну, я тут все позапускал, я так и подумал. Так, что у меня там новое задание? Гюль. Гюль согласилась помочь нам. Она проведет меня в бункер связи. Я вижу, ты уже электричество давал. Ого, прикольно. Хорошо. Открываю дверь. Три кнопки просто тыкнула. Хорош, она знает, как открывать дверь. Вот эти три кнопки. Чик-чик-чик. Нормально, блин. Хорошо. Блин, тут бы дробовик, наверное, подошел бы. Номер один. А, мы на лифте поедем вниз. Вниз теперь иди, потом налево. Там проход есть, узко. Я здесь остался. За электричеством следить, чтобы не выключать. Супер, блин. Ты вниз иди, а я здесь останься. Если мамин вещи увидишь, принеси. Большое спасибо говорить буду, сколько жив буду.
Хорошо, блин. Мамкины вещи принесу. Сколько тут уровней? Так, пошли в жопу, блин. Сраные пауки, знаю, что вы боитесь. Света. А, блин, черт, напугали. Сдохните, выкуси. Жги, гюль. Это я знаю. Что они свет боятся. Поэтому зажигательный запхну. А что они там орут? Бесконечные агонии, твари. Так, надо отойти, а то... Будет орать до бесконечности. Забаговался бедняга. У него настоящая агония началась. Так, я не понял. Сюда надо вот так вот. Опа. Да нет. Так, значит, где-то тут проход, что ли, должен быть. По-другому, видать, никак. Так, это мелкий, а ну пшел вон отсюда. Блин, орёт. Орёт все еще как резанный. Вот это он там, блин, мучается. Так, я не понял. А! Ух ты ж! Ах ты ж! Тут. Так, сука, блин, где ты там? Тварь! Шо, сучара, как тебе фонарик, а? О, мелкие твари. Так, где ты там? Так, куда ты там побежал, сучара? А ну иди сюда, я тебя сейчас дожарю до конца, до корочки. Сука, гори уже, сдохни, наконец-то. Нет, еще не сдох. А теперь... Неприятненько, да? Та тварь все кричит и кричит, блин. Так, я не понял. Ты живая? Да вроде нет. Так, пройти тут нельзя. Агония. Тут тварь там орёт и орёт до бесконечности, блин. С ума можно сойти так. Ага, я понял. Мне типа все равно сюда надо. О, понял. Пыли много.
суки. Шо? Шо такое? Шо такое? Не понравилось? Да это всего лишь это... огонь. Вы ж это... любите тепло. Вы ж, черт побери, как оно называется. А, ну да, они ж не членистоногие, а не вот эти вот, как их там, блин, рептилии сраные. Им неприятен огонь. Так, не понял, не здесь. Как пищит ядрить. Ао, ну что тут у нас? Служебная записка, 12 января 2018 года. Оставить паническое настроение. Предосмотренную записку... предсмертную записку полковника Маркова сдать в архив под грифом «Совершенно секретно». Никто, кроме нас троих, не должен знать об этих приказах, фактически не имеющих силы, поскольку отдавший их человек покончил с собой, не будучи готов нести за них ответственность. Директивы 01 придерживаться жестко, полное радиомолчание. Война продолжается, и мы солдаты. Даже если бы мы решили последовать этим преступным приказам, у нас нет бойцов, нет подходящего транспорта. Преодолеть 1000 километров зараженной территории для личного состава – невыполнимая задача. ИО командующего центром спутниковой связи Каспий-1, подполковник РФ Новиков. Понятно, там полковник, видать, откинул ласты, а сам приказал всем отправляться либо ковчег, или куда там, непонятно. Короче, куда-то направил людей. Куда-то отправил людей. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ничего нет, кроме пауков. Ага, в лифт, что ли? Сейчас электричество запустим. Слышу, слышу. Не глухой. Это что-то такое? А, ли этот сейф. Опа. Боец. Но уже в пыли. Ага. Ну как D6 мы тут сейчас будем вскрывать. Оп-оп-оп-оп-оп. Где-то послышалось беготня. Так, ребята, пошли вон отсюда. Так, а вот это уже не есть хорошо. Да, блин, все глубже и глубже. Я не хочу вниз. Да-да, где-то там было. А, вот оно. Открываю! Неприятно. Сколько... сколько говна... работает в штатном режиме? Не. Не работает. У меня часики тикают. Значит, нифига не работает.
Там еще какой-то пульт управления. Ага, эти паскуды еще и зарываются в землю. А, типа фильтр работает. Так, на всякий случай. Ух ты ж, блин. Так, а мне явно туда направо. Блин, ну и песка тут за это нанесло песка. Ай, блин. А? Ты чё делаешь с дверью, Ирод? Занято. Сказано, занято. Блин, везде сигнал посылает. Артём, связь рвется, ты слишком глубоко. Но есть одна идея. Ну как, Артём? Так, по крайней мере, тебе будет слышно. По схеме, двери архива открываются вручную только изнутри. Но туда можно попасть через вентиляцию. По схеме двери архива открываются вручную только изнутри, но туда можно попасть через... Блин, я не успел послушать. Короче, придется самому сейчас решать проблему эту. Так, блин, нафиг мне эти ваши паутины. Так, это шо? Шкафчик. Архив, я так понял, дальше. А тут что-то другое. Походу, туалет. Воу-воу-воу. Так, женщина тут что-то... Ага. Это, походу, что-то архивное. А, не, просто фото... А, это же... А, это мама его. Ее, точнее, Гю, это ее мать. Я так понял. Вот это она и есть. Наверное. Анализ снимков. Анализ новейших снимков позволяет заключить, что водохранилище быстро накапливает радиоактивные элементы, но поскольку они оседают на дне и мало воздействуют с экосистемой, ниже по течению экологическая обстановка в рассматриваемом регионе остается относительно безопасной. Очевидно, однако, перспективы долины полностью зависят от состояния шлюзов. Если останутся сокрытые, можно сделать уверенные... Благоприятный прогноз на десятилетия вперед. Если же вода прорвется, она принесет с собой тысячи тонн радиоактивного ила, после чего долина не будет сильно отличаться от других зараженных территорий. 12 февраля 2018 года. Так, какая-то долина. Про какую-то долину мужик говорит. Так, ага, все, начинается. А! Шел вон. Надо было все же забодяжить пару этих. Вот этих зажигательных. Капитан, походу в люк мне надо прыгать. Ну да, я отсюда пришел. Так, мало зарядов осталось.
Да, блин, я думаю, что это тут такое вертится? А, блин, мне налево. Да, ребята, неприятно вам, да? Горят как? Отражение. Но сюда все равно не пройти, не протискивается. Мне чисто сюда надо, вот архив. Скоро запустим аварийную систему. Лифту должно хватить. Если уже нашел карты, жди. Типа, если нашел карты, вали. Так, а это где? Так, ребята, чё у вас тут? Генассамблея. Встреча приятелей. О! Теперь, когда у нас наконец есть снимки всех крупнейших агломераций страны, очевидно, что надежда на то, что какой-то из крупных городов избежал удара, были беспочвенны. Особенно досталось Москве. По новым данным, жить там теперь попросту невозможно. Хуже разве что Новосибирск, где... Мам, смотри, я нарисовала! Кто это пришел? Это я нарисовала! Вот! Какая ты молодец! Старший научный сотрудник Хакимова. Тут серьезное совещание. Заберите ребенка. Пойдем, Гюль. Нельзя сюда. Пойдем. Там все покажешь. Пока мы ждем. Прошу обратить внимание на территорию противника. Здесь и вот здесь. Мы явно видим электрическое освещение. Если бы не директива 01, если бы была хоть какая-то связь, нам следовало бы немедленно передать эти координаты для нанесения контрольного удара. Чем? Я думаю, ядерных ракет уже вообще там у них не осталось. Либо они там не в том состоянии, чтобы контр-атаковать. Так, не понял. Ну, этот... Так, ладно. Только книжка осталась. Последние приказы. 12 января 2018 года. 5 лет с последнего сеанса связи с командованием. 5 лет мы выполняли приказ соблюдать полное радиомолчание, ждать инструкций. Пайки сокращать больше некуда, и тем не менее, запасы продуктов будут полностью исчерпаны к лету. Ресурс техники и силы людей на исходе. Нарастающая сейсмическая активность разрушает комплекс. Времени у нас осталось немного. Экологическая обстановка снаружи ухудшается с каждым днем. Спутниковый мониторинг позволяет заключить, что уровень радиоактивного заражения местности превышает все спрогнозированные сценарии. Пересчитать относительно чистой зоны в северном полушарии можно по пальцам. Ближайшая более чем в 2000 километров от нас. В сложившейся обстановке я не могу более нести ответственность за личный состав. Последним моим приказом будет: первое, нарушить директиву 01, выйти на связь с правительственным комплексом в Яматао и потребовать дальнейших инструкций, соответствующих сложившимся положению. Второе, если в течение 3 суток таковые не будут получены, покинуть центр связи и пробиваться к ближайшей чистой зоне. Это 2500 километров, и я не представляю, как их преодолеть в сложившейся обстановке. Однако добраться туда – единственный способ обеспечить выживание личного состава. На этом я слагаю с себя полномочия. Бывший командующий центром спутниковой связи Каспий-1, полковник М.С. Марков. Ага, вот они тут расстрелял, что ли, всех, и потом сам умер или просто сам застрелился. Но, короче, они... Есть этот... Так, я не понял, это выход, наверное, архив все же тут у нас. Так, есть в 2000-2500 километрах отсюда какая-то незараженная, ну или более-менее нормально незараженная территория.
Так. А, или то, что он взял, вот это вот мне и надо. Ну вот оно. 2013 год надо. Он же сказал 2013. Алло, 2013. Да, типа тут что-то есть. Такой так. Ага, потряс, типа что-то там металлическое может быть. Вода. Так. О. Типа, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, 2019 год. Только что-то она какая-то не очень. Так я вроде они говорили о 2013-м. Или я что-то упустил? Может, упустил что-то? Вот тут еще информация. Или он имел в виду 2019-й? Я, блин, что-то послушал 2013-й. Хм. Точнее, он, наверное, сказал не позднее 2013 года. Так. Вернуться на базу. Карты у меня. После войны центр связи продолжил собирать данные несколько лет, так что эти карты могут содержать всю нужную нам информацию. Надо вернуться на базу и внимательно изучить их. Это наш лучший шанс найти нетронутую войной местность. Окей, так. Свет бахнули мне. Окей. Тут еще вот вопросительное. И вот что-то там, какая-то база вон слева. Туда, конечно, ломиться не буду, но вот другие вопросительные знаки надо проверить. Вроде как сюда надо идти. Да вроде сюда, да, видите, вон эти туалеты. Типа проверяет, он остался, выключил фонарик, не выключил фонарик. Да, я вернулся на этот. Это тут этот лифт? Ага, тут... Я тупо взлетел такое в окно. Так, я одно не могу понять. Мне сюда, что ли? Ай, блин. Гнида плюнул прям в лицо. Ага, вот он запускает. То есть мне надо их было перебить, что ли? Надо будет восполнить на всякий случай. Я понял, понял, я уже в лифте. Ай ты черт, тут дырки в лифте. Так, надо фонариком светить на всякий случай. Опа-па-па-па. Врубай свет! Лифт уже не нужен! Зря, конечно, наверное, потратил патроны. Но да ладно. Совсем жопа. Шайтан! Артём, Юль, уходим! Пока есть свет, они не бросятся! Бегом, марш!
Все, бежим, бежим. А, ты ж тварь! А! Сука, блин, даже так полезла, тварь. Свет выключается, бежим, бежим. Ах ты ж, блин, аптечка. Киданули меня, даже не помогли. Блин, твари. Нате, горите. Хорош. Ни мое не жалко. Как у нас? Так что осталось отвезти полковника на базу. Кстати, тачку эту я пригнал. Она тут, на печали. А, хорошо, хорошо. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещинах. Ну, что-то там. Мама говорил, его много чинил. И остальное тоже. Да, спасибо. Кэп-крам-кэт. Спасибо тебе, Артём. Хрен его знает, что это там значит. Типа, спасибо. Это тебе. Что это? Когда я маленький был, отец дарил. Амир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принёс. Пусть удачу ей принёс. Окей. Так. Вы очень везучий. Мунай Байлер много поход ушёл. Почти весь. Если Орда был тут, вы бы уже мёртвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. Какая Орда? А, Мунай Байлер. Это по-русски получается нефтяники, пожалуй. Меня слушал. Как идти, рассказываю. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то был. Аня должна быть где-то там. Свяжись. Направо? Наверняка она нашла что-то интересное. Да там налево. Я останусь. Попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Ладно. Как узнаешь, что полезно. Ты там только сильно не заигрывайся, а? Окей, ладно, не буду, Миш. Давай, Артём. Хорошей дороги. Да без проблем. Георгий, скажи, как получилось, что здесь заправляет этот... Так, надо глянуть, у меня тут по пути вон несколько вариантов есть. Так, это никакой ночное видение, Сами в рабство пошли? Так, в тачку и погнали. Эп. Буханочка, гони, гони. Дрын-дын-дын. Ванна, это Анна. Чёрт, этот песок. Я рядом с портом, слежу за основной дорогой. Активности есть, пока ничего особенного, но лишний ствол бы не помешал. Я понял. Чертов демон, блин. Нашпиговать бы тебя. Походу тут ничего нет. Да, ничего нет. Это вот в этом соседнем, походу. Или не соседнем. По карте надо куда-то дальше пилить. Что я такой косой, блин? Это только в упор, блин, попал в голову. Так, что-то тут есть. Гейзер, походу. Какой-то гейзер. Ребятам не повезло. Оп, тут книжка, походу, какая-то есть. Я предполагаю, что книжка. Не, только показалось. Так, тут все сдохли. По пути еще есть.
варианты. Но это не точно. Так, ладно, погнали к машине. Развозить хлеб. О, взлетел как. Иногда тут в игре этого Артема, если на кочку налететь, он как взлетит выше крыши. Воу-воу-воу-воу. Черт, в воду заехали. Паскудство. Всем слушать, барон говорить будет. Всем да слушать, черт. Барон говорит. Так, братва, перетер я по радио с пацаном этих гастролеров с поезда. И вот даже не знаю, что им сказать. Короче, пацан этот настоящий полковник. Ага. И приходил он сюда не просто так, а по вашему заданию верховного командования. Что за задание, правда, не колется. С понтом секретное оно. Но, мужики, если думаете, что это все, то хрен там плавал. Знаете, откуда это полковник пожаловал? Прямиком из Москвы. Давно так не ржал, да. Так это еще не все. Этот клоун хочет воды, топлива и проезда по нашей территории. Всего ничего, правда? А взамен верховное командование щедро потом отбывает. Да, как-то не думает Мельник, что уже все. Ребятки, я такой херни в жизни не слышал. Не знаю, что за полковник и кто ему сказал, что у нас тут лохи пальцем деланные живут. Но такие шуточки ему даром не пройдут. Ясно, отбитые наглухо. Пока что вот как будет. Кто живого гастролера мне притащит, а золочу. Интересно мне на гостя из самой Москвы взглянуть. Да, взглянешь прямо в дуло пистолет. Всем отбой, барон сказал. Так, все. На мост. Тут что-то есть. Полезное. Явно более полезное, чем мистер, блин, как его там, Баронисимус. Ага, можно подрыхнуть. Нету верстака тут, именно здесь. Наверху, наверное. Черт, высоко. Ну явно, чтобы тут в безопасности быть. Так, нормально, барахла. Так, тут ближе что-то интересное есть. Ну, порт. Чертов демон. Какая-то халабуда. Угу. Так, вот тут что-то есть еще, наверное. Так, больше ничего нет. И еще две точки появились. Вот до порта, видать, я не дотягиваюсь. Ну, тут намного больше вопросиков, чем на Волге было. Ну, это чисто поспать можно и все дела. Нефиг мне делать спать. Нас дела ждут. Важные. Мне починить все тут и патронов бы наделать, но нету этого. Короче, там где-то в камнях труп. По коням быстро за трупом.
Так, а где там? Я пропустил. Где-то там на горе оно. Черт. А, вон. Наверное, вот это Халабуда. А ты ж демон. Точно? Да, походу демон там находится. Только нафига мне демон нужен? Или там что-то интересное есть? Непонятно, у демона там что-то есть внутри или нет. Это надо на базу возвращаться, но по пути можно и заскочить в кое-какие места. Например, направо повернуть сейчас, выехав на дорогу направо туда. А по пути, видите, тут сколько вопросиков. Ух! Вот направо, прям вон в песке что-то там есть. Тек. Жалко, карты нет. Ну, тут карту нигде нельзя взять. Местная достопримечательность. Тиктокеры. Ах ты, тварь! На, блин. Так. Хорош. Так, аккуратнее, чтобы не слететь. Что тут камни? Ага. Я проскочил, мне назад надо. Там проезд где-то здесь должен быть. Во-во-во. Там демон еще. Хата демона. Что-то типа хаты демона. Так, так, ага, вот сюда, прям вот туда вот где-то. За дело. О, как радуется. Здорово! Да, шо у вас? Так, а чё у нас тут? О, блин! У-ху! Шо это у нас тут? Типа трупаки. Смерть тут. Поумирали. Так, валим. Все. Собрали, все, валим. Не, я развернусь, все же проеду туда-назад. И вот эти как вылетаю сюда. Так, чё Артём стал сразу на полметра выше? Я не вижу дороги. И не помогает карта. Так, а вот это не очень хорошо. Тут у нас гейзеры. У-ху! Внедорожник, воу. Во, помогло, помогло.
На кочку наехал и сразу тип-топ. Так, что это только что было? Наехал на кого-то. Давай. У-ху. Вот это я понимаю. Как его? Need for Speed. Так, тут чат-база, ох, как бомбануло. И по перекати поле тут ездят и горят. Неужели тут мистеры... Паукозавры тут лазят, гниды. Да я слышу, тут куча, блин, чертовы пауки. Куча дерьма вместе с пауканами. А, забаррикадировано, ну. Ай, блин. Ах ты ж тварь. Та, блин, патроны. Да, сука, меня окружают. Сука, да сколько вас тут? Да, вот это да, тут. Да блин, офигеть, сколько этих тварей тут. Охренеть можно. При использовании противогаза ваши часы показывают время. Это я уже понял. Где я там сохранился? Да, последнее сохранение. А, закрыто. Что-то мне, блин, там не нравится. Да, я понял, там куча всего ништячков, но у меня это... У меня только 7. Не-не-не-не-не. Короче, тут без этого... Без зажигательных делать вообще нечего делать. Понял, там полная задница в этой фигне. Наверх можно добраться, но это надо через весь корабль, я так понял, пройти-то. С той стороны нельзя взобраться. Наверное, я не уверен. Это через весь корабль, что ли, надо пройти? Или пробежать там надо? Хотя вот отсюда, в принципе, можно. Тут змея себе отдыхает. Так, ага, видите? Нельзя сбросить. Понятно, надо там пройти. А хотя вот лестница есть. Вроде как вот так вот можно пройти. Так, во-во-во.
обошел. Обрывки дневника. А что гейзеры все время по ушам бьют? Это ничего, привыкнуть можно. Затычки в уши сделал, сплю теперь как младенец. Зато никто из прихвостней барона сюда просто так не сунется. Воздух чище будет, но на всякий случай утром натягивать канатку, чтобы быстро свалить есть что. Сегодня ночью поссать встал, слышу, внизу что-то металл скребет. Здоровое. Я ружье в руки, вниз бегом, но только и увидел, как на контейнере мелькнуло паук. Вот только бежал, вот только обжился же. И тут эта дрянь завелась. Ночью попробую их выжечь, пока не расплодились. Хорошо, света боятся, пулями их убить сложно. А подловишь его на свет, так, чтоб сбежать не успел. Тут гаду и каюк. Понятно. Так, во-во-во-во-во, можно эти снаряды зажигающие сделать. Так, готово. Во сколько, 40-40. Нужно материалов на 10 штук. Ну есть, 10, 37, 40 хватит, все хватит. А то я просел, он, смотрите, как сильно. Маску почистить. Так, готово. Все, теперь можно туда будет спуститься и всех порешать. Этих гадов, блин. Так, я не понял, тут спать что, нельзя? Сначала, а потом как даст. Мы швартовы крепить по 2-3 конца на тумбу. Тут сходня оторвало. К утру только стихло. И раз, связи нет. Пока бегали, смотрим отлив. Да такой, что уже мели со всех сторон. В общем, только от стенки отошли, сели. Да плотно так. Пытались сами сняться, пропороли брюхо, хорошо хоть тонуть некуда. Связи нет, да и толку с нее. Тут и буксир не дошлепает, кругом только лужи остались. И никого. Похоже, мы вообще одни остались. А нефти уже больше, чем воды натекло. Ясно, ребятцы, на мельном напоролись. Не повезло, не повезло. Так, что у нас тут? Внизу куча всего, я так понял. Но и тварей там много. Так. Быстрое сохранение и в туалет. Так, ребята, погружение опять в этот сраный ад. Там куча барахла. А вот и парень мертвый. И не один. Опа, глушитель или что это? А, это у него там фонарик запустился. Не, где-то снизу там. А ведь я мог бы тут сразу наверх забежать. Ай, сука, где? Ай-то, блин, откуда? А, вижу, вижу. Гори, тварь.
Во, вот это я понимаю. Ты точно мертвая? Короче. Типа твари забаговались. И, типа система считает, что они все еще живы. Лол. За стенкой что ли что-то есть? Типа не живая, но еще живая. Такой, сука, как живой, но не живой. Блин, что это за вообще происходит тут? Это как в этом Dead Space, там так же само было. Когда, как она называется? Блин, упал. Как лошара. В Dead Space, когда частоту меняешь, точнее лок ставишь, на частоту в виде 30 или наоборот снимаешь. Оно там начинается, вот эта свистопляска в медблоке, когда трупы. Ох, когда я первый раз на это натолкнулся, блин, обосрался знатно, когда думал. Такой, блин, там их штук 5-7 было, этих тварей. Я такой, ща как встанут, сука. Как поубивают меня. Отшельник. Ух ты, бля. Не стреляй, не стреляй, братуха. Да я понял, понял. Расслабься. Спасибо, что пушку убрал. Ты еще кто такой? Артист с пивком, кстати, смотрите, пиво. 1995 год. Ну так что тут? Что ты тут делаешь? А? Так. Ну, чинить ничего нет, можно идти дальше. Давай, давай тут. О, другое дело. А то меня пушки нервируют. Заговорил. Или опять застеснялся. Так, ну ладно, фиг с тобой. Мне дальше надо идти. Хоба. Давай вниз. Сейчас прибежит, начнет отрезать веревку. Высоковато. Так, там что-то я пропустил. Мне показывает, что я тут что-то пропустил. Зараза, сразу дверь закрылась. Какая-то она автоматическая. Да черт, Артемка, зачем ты дверь сразу за собой закрываешь? Значит, мне надо объехать и поехать по дороге. Окей, погнали. Мне надо вернуться там на трассу. А1, магистраль чертова. Автобан, блин. Всем служи! Барон, да говорит, задолбал твой барон. Всем служи! Барон говорит! Да, по каньону в горах у источника все дети лохматые против наших пацанов поперли. Вань,
тебе что? Мое слово, это так, жопу подтяни! Хорошо, конечно, что рабы там сами плодились и жрать не просили, да? Ну так и надо было их собирать, пока не борзели. А теперь достали, что они на повелителе огня лапу подняли! А раз так все, всех в расход, ясно. Все, оборона в расход. Однозначно в расход. Блин, солнце фигачит знатно. Это тут дорога вроде. Да. Все, я обратно выехал на дорогу, ребята. Все, мы теперь опять в деле. Гопники, тиктокеры, до свидос. У меня тут... зараза, не знаю, протаранил его или нет. Надеюсь, протаранил. Так, тут хороший вопрос. Так чтоб тебя. Так, у нас тут что-то есть. Опа, Аня. Эй, красавчик, до города не подходит. Да, без проблем, залазь. Только сначала я тут пролутаю все. Да, тут хату надо проверить. Сейчас. Аня, секундочку, мне тут надо пролутать все. Хорош, поджигает. Так, тут что-то есть. Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Оно под землей, что ли? А, не, вот. Так, ну на этих говнарей лучше не тратить. Огненные. Так, а, блин, черт, постоянно, сука, сыкую с этими тварями. Так, походу тут пролезть, что ли, можно или что? А, тут просто заначка. Гопота. Гнида, блин. Тиктокер-гопник, блин, опа. Ничего нет. Что тут у тебя, Аня? Классная хибара. Блин, кашель — это плохо. Так. Смотри, как я тут устроилась. Хорош. Мне было похоже. Правда, жарище тут, духота. Чувствую, скоро свалюсь, как Степа. В общем, что я тут разведала? Видишь кран на краю пирса? В кабине кто-то есть. Толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения за базой точка отличная, так что проверить нужно. Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так вот, он не разбит, а разобран. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно быть много. Может, найти что-нибудь интересное. Вижу, ты нашел карты. Молодцы вы с Дамиром. Спасибо. Все хорошо.
Давай, я понимаю, жарко. Я буду дальше следить за вышками, а ты решай, что делать дальше. Обнимашки. Как же хочется смыть с себя песок. Быстрее бы убраться из этой пустыни. Согласен. Если собираешься в порт, на крыше как раз канатка в ту сторону. А, вижу, вижу. А, вот это здание. Блин, какой же туман. Там газы какие-нибудь. Тут кто-то явно там засел. На кране. Так. Вот этот вопросительный знак я смотреть не буду. Я уже понял, что это. В порт, что ли, сгонять? Вернуться на базу. Карта у меня есть. Или вернуться на базу, карту дать. Или порт сначала прочекнуть. Ну, давайте тут прочекаем все. Милота. Наблюдает. Наблюдает за Артемкой. А, о, она убрала бинокль. Артем, отойди. Не видно ничего. Прикольно. Хоп. Хоп, хоп. Смотрите на этот осуждает. Слушай, подвинься. Я тут наблюдение вижу. Так я подвинулся, подвинулся. Окей. Все? Я подвинулся. Все еще осуждающий взгляд. И тупо на меня, да? Артем, отойди, ты вроде не стеклянный. Ты поаккуратнее там, ладно? Хорошо. Не стеклянный. Забавно. Так, кто-то тут тоже, блин, явно сидел. Так, да не то. Так, тут у нас просто путь обратно, да? Ничего интересного, да? Ну, на кран надо, и там явно кто-то есть. Проверить, кто там в кране. Может, он нам поможет чем-нибудь. И потом отвезти карты обратно. Я, черт побери, без машины поехал. Поплыл, ну, точнее, спустился. Так, а теперь как-то надо спуститься отсюда. Ты притворяешься? Нет, не притворяется. О, я понял. Вот хитрые, типа кинули труп, чтобы казалось, что тут все безопасно, а сами тут занычковались. Хитрожопые. Тиктокеры, небось, нашли еще какой-нибудь челлендж там. Притворись трупом. Точнее, замочите своего другана и сделайте его якобы трупом. А сами потом тоже притворитесь трупами. Легкие денежки. Точнее, легкое мясо. А потом вечером к вам придет еда. Легко и непринужденно. Так, вроде как все. Подождите. Больше тут ничего нет, кроме, блин, змеи, и непонятно, где она. Артемка слишком толстый. Так, теперь надо именно в порт идти. Туда я там не заберусь, только по вот этой вот. Кто-то там рыбачил до некоторого времени.
Вроде тишь да гладь. Ух ты ж. Осторожней там. Этот снайпер, похоже, неплох. Вижу гада. Сейчас я его. Ах, зараза. Пот глаза заливает. Не могу попасть. Черт. Затвор клинит из-за пыли. Так, сейчас я тогда это обойду. Ух ты ж, блин, засада! Ну ничего. Черт. Так, надо бежать, помочь. Так, а что я тут увидел? С той стороны, что ли? А, вон там, что ли он? А, мне туда не долетает. Ух ты ж, блин! Чуть не попал. Я бы точно отъехал. Да она там что ли обстреливает его? Аж ты, сука. Где-то еще демон летает. Так, тут что есть? Кто-то тут отдыхал. Убег, походу. Или не убежал.
Не могу найти вещи тут. Походу надо и туда ближе идти, сближаться. О, блин, муха. Видел снайпера там. Рассредоточиться, пацаны. Так, там вроде как у меня еще прицел можно напхнуть. Еще светло. Слишком светло. Так, тут можно как-то... Непонятно, попал там, не попал. Когда там снайпер. Хорошо, пошел. Ладно, Артем, обыщи его наблюдательный пункт. Наверняка там есть что-то интересное. О, вот это нормально, парень вернулся. До встречи на базе. Я прижал. Пацаны, опущенные. Прижали меня, блин. Так, вроде всех положил или нет? Не-не-не, там кто-то рыпается. Бесполезно. А ну-ка. Не хочет вылазить. Ладно. Все, парень, да, все. Можно было бы и не тратить, но почему бы не подорвать их? И у всех на спине огонь. Я огонь. Так, вроде тут все. А? Прям в огонь вступил.
Вот я точно огонь. Прям в огонь вступил. Так, наблюдательный пункт. Не сказал бы, что Аня с снайпером справилась. Она, ну, не, она прикрывала меня. Она мастерски прикрывала, пока я подбирался к ним. А так бы они меня тут мочили. А так полностью отвлеклись на Аню, и я смог подобраться. Так что, да, Аня, очень важно. Он не тут, что ли, был? Нет, похоже, выше. Наверное, где-то, да, вот он. О, прицел. Наконец-то прицел. И КТ или нет? На глухарь можно запхнуть. Как раз вот. Оптическая 6Х. Этот снайперский прицел позволяет вести прицельный огонь на максимальной дистанции, но сильно ограничивает поле зрения. Ставим. Так, готово. Отлично. Хорошо. Мне показалось, тут что было. Так, так. Тут еще кто-нибудь есть, небось. А, не, просто хата. Ну как хата? А, я типа, я открыл эту дверцу через стенку. Я понял. Прикол, понял. Так. Так, готово. И что у нас тут? Гастролеры заняли станцию. Выставили посты. Их человек 10, но организовано хорошо. Ага. Так, походу там... Воу-воу-воу. Да, тут это нормально меня тут прописывает. Похлеще, чем я на снайпере. Yeah.
Да блин, вот это... Ох, откуда вы? Я ж за бортиком был. Да ёперный театр. Они с автомата стреляют меньше, чем... Мне тут тяжело прицелиться с такой дистанции. Они, блин, метко стреляют, как заправские снайперы. Вот это я понимаю, снайперский огонь. Ай, блин. А, ты ж, блин. Через вот эту дырочку попадают. Охренеть. А потом скажете, средний уровень сложности. Во. Так, блин, я не могу понять, куда я там попал, но я чё-то промахнулся. А вот этот вообще, блин, огонь. Готово. Блин, реально тут спрятаться практически негде. А вон еще есть. Воу-воу-воу. Ты куда пуля уходит? Алло. Непонятно, тут давление надо поднять. Вообще непонятно, куда там пуля уходит. Ай, ты ж, сука, блин. Опять через какую-то дырочку, блин, прострелил. А у нее тоже какая-то снайперская винтовка. Так, вроде как ему в лобешник попал. Все, да? Черт. Какой-то второй снайпер у них там, блин, прибежал. Вообще ад. Через дырочки, блин, простреливают. Офигеть можно. Я такой, бортик меня прикроет. Ага, там в пятку, в коленку там, блин. Не знаю, через что, но они там простреливали просто адски. Есть, нет, стреляю. А это что тут такое? Типа по тросу можно проехаться. Ну вот видите, там по тросу можно туда вернуться. Там что-то внизу есть. Однозначно. Так еще туда сбегать, забрать патроны у этих ребят. Окей, ладно, жопа. Окей, ребята, на этом, наверное, остановимся. Сбегаю потом, заберу у них все вещи. Вернусь к Анне. Хотя, подождите, вот тут что-то есть в той стороне. Вопросительный знак. Верну, слезу, проверю, что там у них. Вернусь к Ане, поеду карты сдам, наверное, а потом уже погоню там по заданию дальше. Окей, все, на этом, наверное, закончим. Даже не наверное, на этом закончим, пока что продолжим дальше. Блин, тут нормально штурманули, блин. Через дырки простреливают, снайперы сраные там попадают везде, куда только можно. Чертовы говнюки. Оп, кстати, можно отсюда к ним сгонять. Удобненько. Окей, все, спасибо за просмотр. До следующих встреч на просторах Каспийского, блин, тут Каспийской жопы. Так, опа, у них тут какой-то погранпост. А ну-ка. Там что-то указано? Да нет, вроде. Ну вон корабль пополам. Да, это он. Окей, все, давайте. Прощаюсь с вами ненадолго, но прощаюсь. Спасибо за просмотр и до следующих встреч. Пока.